Первая стружка пущена, все крутится, вертится, работает. Резцы, вот эти, которые были в комплекте, ну, эффекта вау не произвели. На днях должны прийти резцы со сменными пластинами, потом сравню, поделюсь впечатлениями. Обзор на него делать не буду, по-моему, распаковки вот этой вот достаточно. Продавца рекомендовать не буду, ну и ругать тоже. Соответственно, не буду. Его вины нет. То, что произошло со станком, да. Друзья, всем привет. Получил вот такую коробку. Огромную, можно сказать. Вот. С одной стороны есть повреждения. Вот так вот стенка выломана. Получал в транспортной компании. Вообще никому доверять нельзя. Руки из жопы растут. Вот. А никому ничего не надо. Вот. Сейчас будем вскрывать, смотреть, что там внутри. Вот, как-то так. Так, надеюсь, видно, да? Сейчас вооружаемся инструментом. Так, здесь у нас станок. Станок. Вот она, выломанная часть. Вот с этой стороны хорошо бы тут ничего не было. Хорошо бы не стоял тот корпус. Твари. Так, сейчас мы его освободим от боковых стенок. Пускай он так и стоит. Смазки, короче, не пойми что, какие-то волосы китайские волосы, надеюсь, хоть не лобковые. Три кулачка, я так понимаю, обратных. Стандартный китайский набор. Сейчас здесь заглянем, что тут есть. Резцы. Ой, боже мой. Народу говорит, что это заготовки для каких-то детали, а не резцы. Так, это что у нас? Так, конус под патрон, скорее всего. Так, сейчас телефон на штатив поставлю. Заглянем вот сюда. Центр вращающийся.
Это, скорее всего, под сверливочку, я так понимаю. Под патрон. Ну и то уже хорошо. Так, ладно. Вроде на месте. Здесь вроде бы тоже все на месте, да? Вот. Сейчас это все дело убираю. И боковые стенки. И пленку сниму. И посмотрим его состояние, внешний вид. Так, вроде бы визуально. Вот, поснимал боковины. Визуально. Опять же, смазка пока не смытая. Ничего не вижу. Вот. Станина вроде бы не лопнутая, не треснутая. Ну, не знаю. Все это надо смотреть. Еще прикручены. Это, понятное дело, тут ничего не двигается. Все прилипшее. Также вот и здесь. Никуда ничего не вращается пока. Сейчас подключить надо будет. Сейчас подключу шнур к розетке. Попробую запустить. Так, подключил шнур. Ставим сюда, да? Направо. Табло загорелось. Регулятором пробуем. Ага. Летит, брызгает. Все работает, все крутится, вертится, осталось только отмыть. Вроде бы все на месте, все на месте. Так что предстоит мне сейчас его полностью очистить. Цвет такой прикольный, да, под золото. Залит, конечно, капитально. Полностью придется его сейчас очистить, разобрать, а потом еще раз собрать. Вот. Мужики, очистил уже верх. Все, теперь сейчас патрон сниму, очищу. Поставлю, потом уже буду сюда накидывать. Отсюда брать и накидывать уже чистенькое. Вот это пятна, это тоже чистое. Вот как была эта смазка, она так и повъедалась в краску. И такое вот ощущение, что вот ее мимо пробегающая собака обоссала эту станину и побежала дальше. Везде, где есть вот это белое и куда попадала эта смазка, везде эти потеки просто повъедались, я не знаю. Ее проще покрасить заново, чтобы их и видно не было. Что это такое? Никакой эстетики. Я не знаю. Винт коснутый вот здесь вот. Три зазубрины, пальцем ведешь, тряпкой. Цепляется капец. Три зазубрины. Вот такие вот. Пока смазка была, этого видно не было. Вот щеточкой все это дело очищал, отмывал. Вот такая вот фигня получается. Сейчас еще вот это буду очищать. Внимательно, детально все смотреть. Некоторые скажут, а зачем ты его разбирал? Зачем? Зачем, да, когда можно было работать с коробки? Да потому что, мужики, вот это абракадабра, вот эта желчь, она везде, вот. Где вот не сними, пластины вот эти, все, везде вот этот клей. Даже отпечатки пальцев остаются.
Это все нужно очищать, отмывать, оттирать. Бедная моя щеточка уже на последнем издыхании. Но осталось еще немного, еще чуть-чуть. Станок сейчас расстроенный, я тоже. Ну, станок настроим, я думаю, как нужно, по индикаторам. И у меня после этого, возможно, появится настроение. Вот такие вот дела. Так, ну что, мужики, первая стружка, первый кругляк. Ну вот, первая моя операция. Здесь проточено, тут просверлено. Это сверло, я не знаю, пятерка, наверное. И довольно-таки неплохо. Как-то еще и ровненько центровалось. То давай, фокусируйся. Вот. Так, я, наверное, уже всех задолбал, да? Ну, бывает, бывает. Это первые впечатления, первые эмоции. Только вам показываю. Больше никто об них не знает. Труба. Я не знаю, сколько тут толщиной. Наверное, троечка. Кусочек. Проточил снаружи. Ну, какой-то резец какой-то. Я не знаю. Как-то выбрал, наверное, самый хуже. Вот этот, что ли, попробую. Может, как-то по этот. Где-то там. Ну, кончено, что там говорить. Те еще не приехали. Вот. И попробовал вот поставить внутри. То есть была вот такой толщины. Вот тут, наверное, не знаю сколько раз. Раза три прошелся. А все остальное внутри. Туда поглубже заходил, вон. Видно. А потом, думаю, слишком долго. Уже покороче начал. Короче, сточил, не знаю до какого диаметра. Ну, работает, что? И внутри точит, и снаружи. Была вот такая вот ржавая вся в краске. И получилась блестящая. Вот. Под какие-то втулочки, под какие-то подшипнички. Тоже хорошо, да? Вообще шикардос. Короче, нормалек. Нормалек. Станок такой, кажется, здоровый, да? Вот так вот смотришь, с края в край. А переключиться на ширик, он на ладошке помещается. Так, ладно, пошел я на обид, а то уже прибегали. Где я пропал? Поддон надо поставить, да, хотя бы. Хотя бы. Тут, наверное, все пакеты проплавлялись, что лежат. Пробовал я. Вот. И на больших оборотах вот такая синяя стружка длинная. Поменьше обороты. Я, короче, научусь. Вот такая стружка беленькая идет. Это по наружу. Вот. Есть вообще такая мелкая. Вот, разная всякая, всевозможная. Шикардосик. Теперь тут еще все будет в стружке. Там, на том станке все в стружке. И здесь будет все в стружке. Ну что, друзья, первая стружка, видели, да, пущена. Все крутится, вертится, работает. Резцы, вот эти, которые были в комплекте, ну, эффекта вау не произвели. На днях должны прийти резцы со сменными пластинами. Потом сравню, поделюсь впечатлениями. Обзор на него делать не буду. По-моему, распаковки вот этой вот достаточно. Продавца рекомендовать не буду. Ну и ругать тоже, соответственно, не буду. Его вины нет. То, что произошло со станком, да. Вот, вот эти вот рябые пятна. Я его так и назову. Рябой китаец. Вот, будет у него свое имя. Так что, если в роликах услышите слово рябой китаец, знаете, это вот этот станок. Ладно, мужики, всем пока. Рябой еще будет мною теститься. Ну, как-то так.